А всем привет, дорогие друзья, с вами 12 Space, и сегодня мы делаем обзор на мою кастомную LEGO Star Wars сценку. Сценка называется «Битва ситхов, джедаев и ситхов против джедаев на планете Илом». На планете Илом, если вы знаете, были найдены все кристаллы для световых мечей. В общем-то, да. И давайте начнем вот здесь, с этого. Здесь у меня дроид-улитка, дроид-эко, армия дроидов, Кэтбейн... В общем-то, дроиды, генерал Гривус. В общем-то, на этой стороне это как бы пещеры планеты Илом. И вот тут прилетели ситхи. Ну, вот, точнее, ситхи. А это дроиды. Дроид-улитка. Джедая убили. И командор Вульф тут сражается. Далее. Здесь у меня такой шагоход с клоном. Кристалл настоящий. Это горный хрусталь. Далее Кит Фисто и Оби-Ван Кеноби дроидов мучат. И здесь летит звездолет. Не знаю, как в пещере может лететь звездолет. Просто я проявил фантазию и сделал, что Энакин летит на своем звездолете в пещере. Там еще пещера и армия клонов. Далее здесь, можно сказать, самая главная битва. Здесь два штурмовика таких уже. Клоны перешли на темную сторону, типа. И ситхи. Здесь у нас есть Дарт Мол. Вот он, Дарт Мол. Дарт Сидиус. И еще два моих кастомных ситха. Вот кристалл Агат. Лего кристалл, Энакин Скайуокер. И практически все мои джедаи. Ну, не все, у меня их больше, а так. Еще клон нашел. У себя клона такого. Кристаллы. Этот Аметист. Еще два маленьких аметиста и кристалл Вандинит. В общем-то, это все по моей сценке «Битва на Илме». Думаю, надеюсь, вам она понравилась. Если вам она понравилась, то можете поставить лайк, оставить положительный комментарий или подписаться на мой канал. А с вами был Dominant Space. Всем удачи, всем пока!